У Марины Ивановны в хозяйстве дачный участок. Она выращивает ягоды, овощи, картошку и другие культуры. На жизнь не жалуется, говорит, урожая хватает, чтобы прокормить себя и внуков. Увидев людей в форме, подумала, что это проверка. Однако сотрудники в синих жилетах пришли с благими намерениями. Ведь через два дня, 1 июля, стартует всероссийская сельхозперепись. И задача работников Росстата – предупредить аграриев. В переписи будут подвергаться участки. Село пройдет, все села пройдет сплошное обследование. Каждый дом, каждый. А город поделен на комбинированную и выборочное обследование. Комбинированное – это где большие площадя и много животных, вот животные есть, они пойдут по этому. А выборка – это 20% от остального массива. В Артемовском городском округе Росстат планирует обследовать почти 4,5 тысячи земельных наделов. Этим займутся 14 специально обученных переписчиков. За каждым закреплен свой участок. Переписчики сейчас уже ходят у нас, они приступили к работе с 24 июня и по 1 июля, вот именно предварительный обход идет, они идут на составить, познакомиться с тем человеком, кому и составить план, когда будут ходить на саму перепись, вот что человек должен с работы прийти или что, определить время, памятки разносят, и все должны в жители города, которые попали в выборку, оповещены. Предыдущий раз аграрный комплекс страны подвергался обследованию еще в 2006 году. За 10 лет многое поменялось, в том числе система мониторинга. Если раньше вся информация о земельном наделе заносилась вручную, то теперь новые технологии – главные помощники переписчиков. В планшетных компьютерах уже все вопросы забиты, и мы по порядку спрашиваем респондентов, что... Ну, какая у них площадь, также какое у них, какие домашние животные, что у них дом, свет, есть ли у них дома, дороги к дому соединены и так далее. Ну, это удобнее и для вас, и для самих респондентов, да? Да, планшет, он быстренько забивается, если у нас какая-то произошла вдруг там ошибка, он сразу показывает, и мы сразу исправляем эту ошибку. Для специалистов подобное дело не ново. За их плечами опыт переписи населения в 2010 году, так что предстоящий подсчет их не пугает. Татьяна Мелечкина говорит, для нее это не просто работа, а важная миссия. Это поможет и для составления программ сельскохозяйственных, для улучшения сельского хозяйства. Вот. И поэтому я как переписчик, представитель Росстата, тоже, так сказать, вношу свой посильный такой вклад в работу, в улучшение сельского хозяйства. Бояться каких-то санкций, каких-то последствий негативных для населения не стоит. Это только официальное статистическое наблюдение с целью изучения состояния сельского хозяйства в стране. Ну и, естественно, принятие каких-то эффективных мер, а также оценка продовольственной безопасности Российской Федерации. В этом году перепись пройдет под лозунгом «Село в порядке, страна в достатке». С этим согласны эксперты в области сельского хозяйства. Ведь перепись может стать основой для формирования аграрной политики, как в целом по стране, так и в каждом отдельном регионе. Так что, владельцы дачи земельных наделов, не бойтесь людей в синей форме, когда они скажут: «Здравствуйте, здравствуйте. Мы представители Росстата. У нас 1 июля начинается сельскохозяйственная перепись по 15 августа». Максим Шпак, Денис Надельный, Светлана Нурик. Городские новости.